Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Giant Slayer. Вроде как неплохая база, для которой понадобится одна сишка и штук 8 обычных топоров. Так, ломать, взрывать, вернее, надо где-то внутри. Но точно я не помню где. Ладно, давайте зайдем отсюда. Посмотрим. Так, окей. А это не та база, кстати говоря. Походу. Да, тут даже сишка не нужна, либо я что-то не понимаю. Так, стопэ, дайте мне пробежаться. Я, может, что-то упустил, но тут нужна была сишка когда-то. Либо я перепутал, либо эту базу изменили. Хрен его знает. Вроде базы с названиями не меняли, скорее всего, затупил где-то я. Ладно, не нужна так не нужна. Мне еще лучше, что не надо сишку тратить. Давайте посмотрим, что... Так, тут у нас ничего нету, значит ящики будут в этом маленьком домике 2 на 3. Давай, давай, ломай. Да, тут у нас 4, 5, 6 ящиков всего, ну и станки. Готово, от трех волн избавился, давайте смотреть. Так, тут мое, то, что у меня украли, окей. Здесь дуб, здесь сосновые доски, забираем. Так, верстак пустой, этот ящик, три красных талона, бензин, окей. Идем дальше, дальше, дальше. Так, тут у нас четыре ящика, окей. Вот, тут топоры есть, зря с почты снимал, можно было этого не делать. Так, это мое, кстати, тоже. Идем дальше. Нет, не ломать, а смотреть, это заберу. Так, тут слитки, доски, еще бензин, кожа, ну и больше ничего интересного. Дальше, так, доски забираю, это мое у меня украли, это забираю, это у меня украли, и вот это. Вот такой лут был для рейдеров, тут бутылок было 5, а не 20. Так, этот ящик я уже смотрел, да, больше тут ничего такого нету, ладно. Давайте туда посмотрим. Тут алюминиевая проволока. А здесь чего? А здесь боксит. Ну, боксит я заберу. И больше, да, тут никаких построек, ничего такого нету, чем можно было. Хотя вот этот я заберу. Иногда для торговца может пригодиться. Вот такой вот лут. Обычная база мне попалась, не та, что я думал. Ну да ладно. Ну, а на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.